мы приехали сегодня в Тулуз. Город Тулуз, большой город. У нас тут есть какие-то дела бумажные. Сегодня приехали, попробую что-нибудь подснять. Может быть, не так уж много, потому что мы здесь, в принципе, недолго будем находиться. И, в принципе, никаких таких мест экзотических посещать не будем. Но, тем не менее, попробую что-нибудь подснять интересненькое. Хотя бы чуть-чуть. Может быть, видео салат пойдет. Так что, готовьтесь. Ты что тыкаешь? Я хочу покушать. Такие штуки забавные. Здесь во Франции на многих вокзалах ставят пианино, чтобы на нем можно было поиграть. В Париже тоже, я помню, я даже пробовал поиграть немного. И здесь то же самое. В метро сейчас находимся, ждем поезда метро. Вот так вот они у них выглядят, закрытые такие двертятка. Пришлось немного пересесть с одной линии на другую. В принципе, здесь не так их много линий, запутаться сложно, но в принципе вот в этих переходах можно немного запутаться, там вниз, вверх, вправо, влево. Сейчас поезд приедем, попробую какое-нибудь классное место, чтобы саму подземку это увидеть. Вот там видно мне, по крайней мере, вам, наверное, не очень. Вот, блин, он короткий. Нам на следующий выходить. Станция Жанны д'Арк есть. Мы ее уже проехали. Кстати говоря, наша станция называется Лаваш. Лаваш. Круто. Вот и наш стасьон Лаваш. Поехал дальше. Беленький, чистенький, новенький. Круто. Здесь можно взять газетку какую-нибудь халявную, почитать. Метро Ньюс. Прямо вот, не выходя из метро, узнать новости метро. Забрели в жилой квартальчик. Получилось так, я думал, здесь есть, а там даже тупик, там даже пройти дальше нельзя. Исключительно вот жилой квартал, из которого сквозного проезда, прохода нет. Такие домики прикольные. Вообще так уютненько. Тихо, спокойно. Квартирки такие небольшие, но аккуратненькие, симпатичные. Мне нравится. Нам здесь пока рановато, пару часов нужно ждать, поэтому так немного побродим. Конечно, в принципе, вот так вот в отдельном смысле, если не какие-то туристические, в кавычках, места здесь посещать, то, конечно, здесь ничем не отличается от того же Тарба, возле которого мы живем, в принципе. Хотя, сам по себе город не маленький, есть интересные места, но, к сожалению, так вот эти 2 часа, вроде бы и ждать на одном месте долго, с другой стороны, куда-то ехать. Это мало времени, чтобы куда-то поехать, что-то посмотреть. Хотел снять вам цены на прокат велосипеда. Здесь вот 1-2 часа первый раз вообще бесплатно. Потом 50 центов за 1,5-2 часа. Евро.
Нет, подожди, я что-то не пойму. Ну, в общем, не дороже 2 евро. Только почему-то везде час-два. Я знаю, здесь на сутки вроде бы. А, вот, наверное. Абонемент на 7 дней вообще, 5 евро можно каждый день брать. И вот на вот этих велосипедиках кататься. Берете туда, чик, карточкой заплатили, берем любой велик. И что как бы важно, его можно оставить. Не обязательно его сюда потом привозить, на это же место. Можно оставить в любом другом. Таких мест по городу много. И можно вот кататься на велике. Мы приехали немного центрее, так сказать, в Тулуз. Сейчас я вам панорамку небольшую сниму. Там он Дед Мороз какой-то стоит, напыщенный. Вот там, в той стороне... Стой, Артур, стой здесь. Вот там вот вы видите вот эту арочку, это там вокзал. Ну, ЖД вокзал. Здесь парк, не помню, как он называется. Артур, сюда иди. Встань тут. Вот туда сходим, сейчас посмотрим. Кстати, там прикольно. Мы прошлым летом, по-моему, там были, как раз, я помню, снимали. И что? И все. Вот вам цивилизация. А, вот что я хотел сказать. Тулуз называют городом тюльпанов, по-моему. Или город... Нет, вру. Городом роз. Вот, точно. Город роз. Тут... Наверное, много везде различных клумб с розами, я не знаю, почему он так называется. О, кстати, Артур, смотри сюда. Вон лошадка едет с Дедом Морозом, видишь? Или со Снегурочкой, с какой-то. Фотографируемся, типа, на фоне Деда Мороза. Тебе как-то шапка не круто. Вот так, круче. На один глаз. Лошадь пропустил, смотри. Трынь-трынь. Мэрия Тулузы там сзади написано. Все-таки подошли ближе к этому Деду Морозу лохматому. Из чего он сделан? Из как будто елка, в общем. Только пластиковая. Вот такой невероятный Дед Мороз. С Новым годом всех. Ну и с Рождеством тоже. Сейчас вот в этот Квик пойдем. Аналог Макдональдса, что-то вроде того. Купили всякую фигню, как всегда, вот такой вот бекон. Это я не знаю, что это, и детский набор. Покажи игрушку. Астерикс или Обеликс, кто из них. 21 евро все это дело вышло. 21,50. Давайте я открою, чтобы уже как-то понятнее было, аппетитнее выглядело, что ли. Вот такая вот булка. В общем, приятного аппетита, если вы кушаете тоже. Очень забавная, вообще неожиданная, необычная. Я такого не мог себе представить. Ситуация сейчас получилась. В общем, сидели мы в Квике, кушали. И рядом с нами сидели женщина с двумя детьми. Они темнокожие. Ну, вот я сейчас вам покажу кадрик. Я особо в наглую не мог. Ну, как-то снимать было не очень культурно на них направлять. И я так втихаря чуть-чуть снял, но думаю, вам понятно будет. И что вы думаете? Они сидели. И потом, уже почти под конец трапезы нашей, женщина к нам поворачивается и говорит: а вы русские? На русском языке. Мы говорим: ну, да, русскоговорящие. Она говорит: а мы тоже. Ну, блин, не знаю, может быть, для каких-нибудь москвичей это, конечно, и вполне нормально уже. Они с Москвы, потому что она сказала, что они из Москвы. Она 24 года прожила в Москве. Приехала туда еще молодая учиться. И, в общем, там и осталась. Вышла замуж, детей нарожала. И, ну, прикольная ситуация. Очень необычная, очень как-то так
не ожидал. Я уж чего-чего, темнокожих русских увидеть я здесь не ожидал. Ну, в общем, вот такая вот история. Мы сейчас в парк вот этот зашли, хоть мы уже и опаздываем, но я хотел вам это снять, показать. Вот он, такой симпатичный парк. И вот этот аттракцион очень стильный. Здесь есть такой фонтан с памятничком. И сейчас я вам вставлю футажик прикольный, когда вот этот вот товарищ, он здесь, мы летом прошлым, по-моему, были здесь, и он здесь такой, ну, в общем, смотрите, маленький такой кусочек, как он здесь эпатажно так прошелся с камерой вокруг этого фонтанчика. Артур у нас, кстати, ходит в музыкальную школу, как раз вот на этот инструмент, вот он вам показывает, чему он научился. Ты сколько туда ходишь уже, Артур, времени? Мне кажется, 4 раза. Да, конечно, 2 месяца, по-моему, или 3. 4 месяца, а не 4 раза. Ну давай, показывай свое мастерство. Ну вот, собственно, и все. К сожалению, чем начинали, тем и заканчиваем. Опять мы на вокзале, уже уезжаем. Ничего мне не удалось толком снять интересного. Ну, это у меня уже, наверное, традиция своеобразная. Может быть, еще сейчас в поезде немножечко подсниму. А так, на этом все. В этот раз Тулуза заканчивается. Но мы еще сюда будем ездить много раз. Может быть, в следующий раз получится получше. На этом все. Вон, кстати, полицейский гоняет кого-то. С вокзала выгоняет. А тот говорит ему, что он расист. Такое тоже случается иногда. Так что... Ну все, это наверняка уже 100% попадет в общий салат, так что вы еще что-нибудь увидите. Все, всем пока. Thank you.